Создание семейного клуба «Мечта» началось со встречи двух мам. Что же мы решили? Ольга Гаранжа и Светлана Селиванов. Мы решили создать альтернативную систему образования, которая будет направлена на воспитание личности ребенка и реализацию его творческого потенциала. И начинать это все нужно с того, когда ребенок находится в утробе матери, и продолжать всю его жизнь. Наш клуб начал свою деятельность 8 августа 2013 года. Мы были нацелены на то, что развивая личность, позволит нам вырастить человека счастливым, коммуникабельным, развить его творческие умения, раскрыть его потенциал, сделать осознанной личностью во благо людей. Наши уроки, наши программы, игровые пособия – это всего лишь инструмент. Все остальное идет от сердца к сердцу. Семейный клуб «Мечта» начался как компания, которая родилась с нуля, но благодаря объединению сооснователей компании. Сплотившись вокруг идеи разностороннего развития и образования наших детей, воспитания их личностями, мы всю свою энергетику направили на создание этого клуба. Именно это помогло нам расти и развиваться.
желаниями, если их не превратить в действие. Знать путь и пройти его – это не одно и то же. Мы вместе с моим партнером-единомышленницей создали философию нашего бизнеса. На протяжении долгого времени мы сами учились жить и действовать в соответствии с этой философией. И теперь постепенно, маленькими шажками, внедряем ее в жизнь и в деятельность нашей компании. Сегодня каждый наш сотрудник знает, что нужно отдать обществу, чтобы быть нужными. Ради чего создан семейный клуб «Мечта». Повторяю, руководители не присутствовали в процессе опроса. Единобуквенное понимание, зачем работает компания, к чему компания стремится, на основе каких ценностей достигаются поставленные цели. Мы были в моральном и интеллектуальном шоке. Компания дошкольного образования, семейный клуб «Мечта» становится живой компанией 2020 года. И мы приглашаем к нам Ольгу Сергеевну Гаранжу, выпускницу высшей школы управления, и Селиванову Светлану, соучредителя компании «Мечта», студентку высшей школы управления. Пока они идут, маленький комментарий. По британской шкале оценок, все, что выше 70, это очень хорошо. Так вот, эти компании
Все в диапазоне, очень хорошо. Это потрясно. Девочки, главное не надо. Первая живая компания Харькова. Спасибо вам за прилежную систему делов и за то, что вы воспитываете своих сотрудников. Да? А что ты мне только что рассказывал? Что ты приедешь на большом кране и что сделаешь? Новый клуб мечту. Новый клуб мечту построишь? А какой будет новый клуб мечта, Саш? Большая вот такая. Большая-большая? Да. А сколько в ней будет этажей, Саш? Много. Много? Ну, спасибо. Мы тебе все скажем спасибо. И все детки Харькова тебе скажут спасибо. Микита, скажи, яким би ти бажав бачити своє майбутнє? Я хочу, щоб всі люди світу спілкувалися між собою і мандрували без меж.
Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети. В мирном мире жить. The children should love and live in a peaceful world. Повинні сміятися діти і в мирному світі жити. Хайцзи ман пісюсяо, біншан хуа цай і ге хепхін де шиці. Діти – це безмежна, ще не зіпсована щирість і відвертість. Їх майбутнє залежить від нас, наше майбутнє – від них. Діти – немов янголи. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль і насильство. В світі, в якому панує мир, любов, повага і взаєморозуміння, ми, мами-педагоги, об'єднуємося, щоб створити такий світ разом для наших дітей.